Добрый вечер. Чем вы занимаетесь? Пока с вами общаюсь. Могу сказать, лысые люди, как я, уже не канают. Меня в основном все переключают. Почему? Ну и меня переключают. Чат-рулетка, она всех переключает. Это не потому, что... А что, я харень не вышел? Нет, ну вы так необычно выглядите в целом. 90-е, да. Там же тоже люди были. Тогда девчонки перлись по таким, как я. Так вы как в 90-х, да, или что? Да вы... я из 90-х. Вы из 90-х, да, или как? Это вы всегда так, и по жизни так, или как? Или в чат-рулетке? Ну, да, и по жизни. Всегда, да. А что значит, как в 90-х? Что я имею в виду? Стиль, как в 90-х, или как? Нет, в смысле, жизнь, как в 90-х. А, жизнь? Это как понять? Это не предать ближнего, девчонки, королевы и ну, так далее. Ну, короче, вам не понять. Вы молодое поколение. Нет, ну я же тоже из 90-х. Да ладно, какого года рождения? 94-го. Или это не считается? Конечно, нет. Это уже 2000-е пошли. А я родился в 80-м. Ну, застал немножко. Как быть пацаном, как быть мужчиной, что такое женщина. А 2000-е это уже другое, да? Это уже не то. Ну, да. Это переломанный момент. Есть люди оттуда очень даже похожие. На 90-е. Ну да, который вот понимает правила эти все, как что нельзя пить девчонку, ой, вернее, пацана, когда он идет с девчонкой там и так далее. То есть, ну, есть какие-то нормальные понятия, хотя бы человеческие. Этого хватает. Я уже за это спасибо. Видать, кому-то я передал. Ну и не один. Я гитарист. Гитарист? Да, вот у меня две гитары, три даже. Да ладно, электро, бас и еще какая? Нет, и классический, классический и акустический. Акустика это семиструнная, если не ошибаюсь. Шестиструнная. Можно что-нибудь сыграть? Да ладно, Металлика! Красавчик, как вы поняли, что я знаю, что такое Металлика и вообще... Предположил. А ну понятно, по годам просто поняли. Ну окей, ну я же говорю, ну на ваш вкус давайте вот что сейчас, что-то вам нравится там, я не знаю. Я послушаю, может в вашем исполнении я полюблю какую-то новую группу. Может быть Роберт Майлз Чилдрен, не знакомо? Да конечно знакомо. Ну вообще-то электроника. И что, можно на гитаре играть? Да, могу ее сыграть. Ну давайте. Ну опять мое же. А, это... Ну, с моего поколения. Вы с моего поколения. Что, сыграйте, что вам нравится. Children не, ну нравится. Children мне нравится. Почему нет? Да, вам нравится. Да. Давайте. Мне интересно, как на гитаре это будет. Сейчас. Тут надо струны подтянуть чуть-чуть. А что, у него лады там другие, что ли? Да, Children, так как это электронная, ее надо перенастроить гитару. Офигеть, не зло, не зло. Да ладно. Красавчик.
так нельзя вообще, блин. Ты что, господи? Ну... Я к тебе как человек, вот ты. Реально профессионал. Спасибо. Мне еще такого никто не исполнял. Максимум, чего в твоей жизни слышал, это этот, извините, я вас договорю. Это я максимум, чего слышал, короче, на гитаре, это какого? Стоп-мобильник, стоп-бежильник, там It's My Life, It's My Life. Mm. Это единственное, что круче. А вот это вот, Роберт Майлз на гитаре, это тема вообще. Вы красавчик, вам моя уважуха большая. Спасибо. Испанское умею, там, Антонио Бандераса, там, что-нибудь испанское, там. Любе умею играть. Ну, давайте. Что? Любе. А чего так в России? Березки. Шинет. Ну, я сейчас попою. Другую сыграю, а потом могу эту тоже, если ноты открою. Ну, давайте. Я с удовольствием послушаю. Красавчик, а спеть? Да я не певец, не умею петь. Ну попробуй хоть раз. Может, да, ты не пробовал? Да я как пробовал там. Типа не так идет. На закате с дня. Я хочу попробовать вон ту, которую там до этого пел какую-то песню. От чего так в России, да, как она называется? Сейчас я ноты найду. А ты вообще просто так подбираешь, что ли? На ровном месте? А подожди, давай не тебе и не мне. Короля шута. Сможешь сбацать? Конечно. Давай, король и шут. Тебе нравится король и шут? Нравится. Память о горшке. Вот самую любимую горшковскую песню, которую он без князя даже исполнял. Знаешь такую? Красавчик. Красавчик. Единственное, что микрофон у вас не очень. Басы, короче, немножко хрипят. А так, ну, я все понял, услышал. Это было... Ну, это супер. Понял. Братан, ты там в следующем будешь... Ну, после того, как мы с тобой поговорим. Говоришь, что все лысые и все козлы. Меня переключает. Ты, короче, вот из 10 первый. Из 10 там появляется. Либо тролли, либо, короче, ну, так более-менее люди, которые там... Реально люди. Все, все остальные там пиу-пиу. Вот. Ну что, что, пойдем дальше тогда? Давай, братиш. Давай. Подписывайся на канал «Нереальные пацаны». Там на Ави, короче. А, у тебя канал есть? Есть, да. Ну, я не снимал, просто я общаюсь. Ну, что снимаешь обычно? Это нормальную пацанскую жизнь. Помнишь, такой сериал был «Нереальные пацаны»? «Реальные пацаны»? «Реальные пацаны», да. Да. Помню, да. Как Колян вам танцевал. Да, помню. Быть, у меня тоже канал, кстати. А у тебя какой? У меня Николай Попов. Я на вас подпишусь с удовольствием. У меня сейчас может подпишется. У меня стрим, кстати, идет.
Да ладно! Да все норм, пишут. Всем очень понравился собеседник. Никто плохого ничего не написал. Заодно канал узнали, как реклама. Да хрен найду. Нереальные пацаны. Ладно. Короче, вам подписчикам удачи. Всего тебе хорошего. Все, спасибо тебе тоже. Все, пока. Пока. Если хотите посмотреть это видео полностью без монтажа, то я выложил его в Яндекс.Дзен, в группу ВКонтакте, а также будут ссылки на Телеграм-канал. Там тоже будет это видео. Так что можете посмотреть, перейти, посмотреть это видео полностью без монтажа и написать в комментарии, понравилось вам или нет, какая версия понравилась больше, с монтажом или без монтажа. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчик, отправлять это видео друзьям. И, кстати, будет еще скоро 23 февраля и 8 марта. И те, кто хочет поздравить кого-то, то можете написать мне в группу ВКонтакте. Точнее, не в группу ВКонтакте, а просто ссылки будут... Короче, вы можете заказать у меня видео поздравления, все ссылки будут в описании. Также вы спросите, почему я снимаю здесь, а не на фоне белой стены, как обычно. Дело в том, что уже два дня, почти два дня нет света у меня. Кстати, свет выключили на прошлом стриме. Кто помнит, света нет в доме, поэтому я снимаю здесь. Нет света и интернета, поэтому снимаю здесь.